Друзья, я заказал повозку. Мы на улице Баумана. А сам пустит сидит там. Так, ребята, мы в Казани. Выходной день, гуляем. Такая вот заснеженная Казань. Нас встречает чемодан тяжелый, неудобный. Всегда надеешься на теплую погоду. Погоды, как всегда, нет. Будем сейчас вызывать такси и ехать на адрес. Доплачивают, понимаешь? И вот этот Mobil City, она хочет, блядь, видимо, заглушить все такси, нахуй. Ну, она хочет. Туда не пробовали устроиться? Там, наверное... Они на своих не беру. Они только, блядь, арендных, блядь. Они взяли, блядь, там... За сарь за сутки заплати, наверное. Да, блядь. Таксист привез нас на Чистопольскую, здесь я буду жить какое-то время. То есть снег валит еще гуще. Такой вот район я вам показал. Елочки с кормушками. Все затуманено, проезжали Кремль. Его было не видно из-за снега. Вот, ребята, сейчас мы найдем себе местечко, где можно передохнуть с дороги, пока нас еще... не встречают. То есть я думаю, увидимся чуть попозже. Казань, здорово. Обоз надо заказать. Сахару переборщил. Ну, короче, ребята, чай, имбирь и яблоко. Коротаем. Так, время. Боюсь, что он не освоит, у него, видишь, ника. Ребята, нас ждут впереди 2 недели прогулок. Надеюсь, вы со мной. Увидимся. Мы на улице Баумана, время у нас вечернее, и мы вот решили прогуляться по улице Баумана. Очень красочно, все красиво.
сейчас заведение кулинарное, казанское, татарское, и что обратил внимание, уже каждый раз я натыкаюсь на такие вещи. Вот видите, вот здесь вот табличка такая вот, это комната для молитвы. Это есть везде. Вот мы сколько заведений уже посетили, есть везде. Могу вам сказать, в какой кафешке я нахожусь. Ну, короче, я ем этот казанский треугольник. Кубатай. Кубатай. Точно. Пусть так и будет. И пьют татарский чай. Чай вкусный? Блин. Ну, может быть. Не уверен. Чай как чай. Угу. Есть у меня что? Вот такой вот чак-чак татарский. Ребята, ну, чак-чак он вкуснее, чем в Фикспрайсе покупной. Это я вам точно говорю. Ну вот у нас татарский чаек такой. Я взял его с собой на улицу. Ну, честно вам скажу, что наш чай с привкусом мяты намного прикольнее. Так это. Ну вот у нас знаток чая есть. Он сказал, что да, действительно, в Татарской Республике понимаю толк чая, действительно хорошо. Ну, я не впечатлен на самом деле пока, но продолжаем следовать по улице Баумана. Украшенные огоньками. Я сразу говорю. Такая вот вечерняя улица Баумана. Там сядем. Да хрена делок уже обратно. Да хорош, блядь. А че такое? Так вот улица Баумана, она переходит вот в Кремль, вот здесь вот мы сейчас уже возле Кремля находимся, валит снег, ну конечно мы поздновато гуляем, да и по барабану, все равно Казань, она симпатичная в любое время суток. Очень крутая. Обалденно просто, просто обалденные виды. Внутри снег и прожектор. Подсветочки. Как вот светится вот этот ресторан. Друзья, я заказал повозку. Опа. Ну, давай, поехали. Ох, какой злой дядька.